Уже чувствуется уют. Александра Буклова, молодая мама и воспитатель детского сада, планирует, как будет обустраивать первый в жизни собственный дом, который станет для ее семьи родным. Ремонт уже есть, осталось перевести вещи со съемного жилья. И вместе с мужем и маленькой дочкой планирует отпраздновать Новый год в новом доме. А он превзошел ожидания, рассказывает Александра. Для полного счастья остались мелочи. Ну, наверное, стиральную машинку для начала. Самое первое будет на денежные средства, которые выделили. Вот. А остальное все есть. Перевезем. Море эмоций. Так все прям сразу не скажешь. Ждала, очень рада, счастлива. Это лучший подарок к приближающемуся празднику, делятся новоселы. Ключи от квартир в этом доме в Кировском районе Самары получили дети-сироты – 43 человека. Новостройка, удобная планировка, просторные кухни и качественный косметический ремонт. У подъезда пандус, дом доступен для инвалидов. Но квартиры еще не все. Поддерживать молодых людей будут и в профессиональной карьере. И задача не только оказывать социальную помощь ребятам в виде разных выплат, в виде предоставления жилья, но и, конечно, социализировать их через предоставление нормальной работы. С тем, чтобы они с самых ранних лет определялись в профессиональных предпочтениях, чтобы под эту задачу были сориентированы и среднее учебное заведение, и высшее учебное заведение, и в конечном итоге работодатель. И помощь этих ребят, их развитие, их таланты и энергия обязательно должны участвовать в преображении Самары. Новоиспеченные соседи уже успели подружиться с семьями. Многие воспитывают маленьких детей. Современная площадка во дворе пустовать не будет, а красоту и чистоту обещали поддерживать. Здесь дети-сироты по-настоящему прочувствовали, что значит быть хозяином в доме. И то, что мы сегодня услышали от всех тех, кто получил сегодня ключи, это, наверное, самое главное. Я с огромным удовольствием буду жить здесь. Они хотят не только благоустраивать свое новое жилье, они хотят благоустраивать город, они хотят благоустраивать район, в котором они будут жить. В этом году в Самаре собственные квартиры получили больше 100 детей-сирот. В начале следующего года новоселами станут еще 65. А к концу 2017-го ключи от современного жилья получат около 130 сирот. Дома для них сейчас строятся в микрорайоне «Волгарь». Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.